Глава погранполиции Россиян Василой подал в отставку. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил министр внутренних дел Адриан Ефрос. Причину ухода Василоя он не назвал, но отставка следует после инцидента в аэропорту на этой неделе, когда иностранец, прибывший в Молдову рейсом из Турции, сбежал из стерильной зоны после отказа во въезде в страну. Se propune încetarea exercitării funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Rosian Vasiloi din data de 8 noiembrie 2023 în baza cererii de demisie. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. О причинах отставки глава МВД ничего не сказал, но дал понять, что она следует на фоне произошедшего на этой неделе случая в аэропорту, когда гражданину Азербайджана удалось сбежать из стерильной зоны аэропорта. Вы видели, какое мы приняли решение. Безопасность в аэропорту будет улучшена. Господин Василой подал в отставку из-за этого инцидента. Думаю, вам следует спросить у него, потому что это его личное решение. А как скоро будет назначен новый глава? Очень скоро. Министр внутренних дел добавил, что ждет результатов расследования. Определить, какие нарушения были допущены в аэропорту. Проверяем, насколько хорошо были внедрены те 14 рекомендаций, которые последовали в результате июньской проверки. Меры были ужесточены, но есть также некоторые технические условия, которые должны быть внедрены. Это ограничение доступа в стерильные, а также рабочие зоны аэропорта. Но не все действия зависят только от МВД и пограничной полиции. Акционеры, которые зависят только от Министерства внутренних дел и Инспектората Генерального полиции и фронтира. Мы попытались поговорить с Василоем, но он не ответил на наш телефонный звонок. На своей странице в Фейсбуке, впрочем, экс-глава погранполиции написал, что для него было честью возглавлять учреждение, цитата, «в самый сложный период в истории Молдовы». Но учреждение, по словам Василоя, справилось с трудностями. Два дня назад, комментируя недавний инцидент в аэропорту, премьер Дарин Ричан заявлял, что вскоре последуют отставки, но кого он имел в виду, тогда не уточнил. 18 сентября Василоя признали подозреваемым в служебной халатности по делу о стрельбе в аэропорту Кишинева 30 июня, который открыл гражданин Таджикистана. Власти тогда запретили ему въезжать в страну. В результате он смертельно ранил сотрудника охраны воздушной гавани пограничного полицейского. Василоя вынесли строгий выговор, впоследствии он оспорил его в суде. Первое заседание пройдет в начале следующего года.